Мы с вами оказались, наверное, в удивительном времени, к которому далеко-далеко не все готовы. Потому что ну, новое тысячелетие, да, не то что новый век, началось с колоссального роста информационных потоков. Информационный взрыв 21 века и актуальные вопросы современной журналистики обсудили на коммуникативно-молодежном форуме «Новые смыслы, новые темы, новые герои». Спикеры мероприятия – эксперты и практики медиаотрасли региона, слушатели, начинающие работники СМИ и студенческие медиацентры Москвы и области пообщались в формате безбарьерного диалога. Вот, общаясь со сверстниками, я вижу, если можно так сказать, зазомбированность западной культурой, и западными псевдоценностями для нас, и откровенной субъективностью, говоря о международной ситуации. Как журналисту, как на журналиста, на меня вся эта субъективность сыпется. Сегодня объем работы журналистов намного больше, чем 10-15 лет назад. В 21 веке оригинальность профессии требует времени, стараний, усилий и постоянной практики, а современные реалии накладывают на специалиста медиасферы большую ответственность. Здесь тоже важна роль журналиста, то, что он формирует выбор, формирует решение, да, зачастую очень большого количества людей. Для журналиста важно найти свою тему, свое направление профессионального творчества. А сегодня, когда информационный поток хаотичен и движется с космической скоростью, выбор сделать непросто, утверждает спикер форума Наталья Чернышова. Это всегда сложно. Молодому журналисту сложно вдвойне. И поэтому мне хотелось в этом своем выступлении помочь сориентироваться журналисту в этом мире медиа. Он такой непростой сегодня. Также на встрече были представлены работы студенческого арт-флешмоба, на которых участники воссоздавали картины о профессиях или учебе, делая коллажи с современными фотографиями. Фантастические ассоциативные истории с точки зрения восприятия ценности какой-то профессии в, например, 18-17 веке, знаете, и сейчас. Форум проходил в культовом для всех пишущих людей месте историческом особняке Центрального дома журналистов на Никитском бульваре и собрал полный зал заинтересованных слушателей. Очень хорошо, что полный зал, да, несмотря на сложную ситуацию, сейчас очень много людей болеет, да. Сейчас сессия близится, учащихся нет, все равно люди приехали из разных районов области, есть и московские студенты, и все на одной волне. Массу приятных впечатлений и новых интересных знаний от коммуникативного форума получили даже самые юные журналисты. Я узнала много нового. Например, как не потеряться в информационной деятельности, как начать карьеру журналиста. Меня очень обрадовал этот вопрос. Наконец я получила на него ответ, потому что мне очень понравилось мероприятие. Полина Толмачева, Степан Нагих, телекомпания «Одинцова».